Привет, друзья! Привет, подписчики! Привет всем! Сегодня мы отправляемся за очередной порцией экстрима адреналина. Мы взяли экскурсию. Экскурсия у нас индивидуальная на квадроциклах. Сейчас мы находимся в трансфере и будем ехать. Будем ехать и наслаждаться. Как обычно, сейчас мы уже взяли тур у нашего любимого гида Али на сайте charm-excursions.ru. Ссылочка будет в описании. Мы уже приехали на станцию квадроциклов, одели арафатки и сейчас будем отправляться в нашу поездку. Стоимость экскурсии индивидуальная составляет, если вы вдвоем на двух квадроциклах, $45 за двоих. Если вы обычную экскурсию берете, то это составляет $15 за один квадроцикл. То есть если вдвоем 15-15-30, и еще если индивидуальный, то вы оплачиваете квадроцикл инструктора. Еще на сайте у Али есть скидки, если ваша группа больше 8 человек. И при заказе 3 экскурсий у вас тоже будет скидка, бонус, подарок. Мы приехали, много квадроциклов. Есть джип. Есть багги, как двухместные, так и четырехместные багги. Если забыли купить арафатку, вам здесь ее продадут. Можно купить очки.
Сейчас у нас первая остановка для фотографирования. Лену чуть-чуть отрубали. Лена у нас сегодня два раза вырвалась вперед. Товарищ гонщик, дайте интервью нашему каналу. Ну, ездить классно. А если я научусь хорошо ездить и буду ездить тут сама гонять, ага, будет еще круче. Она уже два раза сбежала от инструктора, обогнала его, он еле ее догнал. Ну, поэтому... я за тобой еду, я буду придерживаться тебя. Ну, ты меня еще удержишь. Инструктор нет. Да, инструктор еле догнал. Говорит, я ездить, говорит, не умею. Вторая остановка. Остановка на чаепитие. Ну что, Лена, идем пить чай? Идем, попьем чайку. Трясет, конечно, сильно, да? Чем? Трясет. А, да, вначале мы ехали, дорога была, ну, такая более, не трясло так сильно. А сейчас сильно трясет. Ну, все равно лучше, да? Чем
чем когда группой 10-15 человек. Ну конечно, так я могу сама оторваться по полной. Скорость гораздо выше, больше. Так, ну вот куда мы сейчас пришли. Такая вот бедуинская деревня. Сидит верблюд. Подойди. Хочешь сходить верблюда? Ну. Привет, привет. Привет, привет. Только не плюйся. Отдыхает. Устал. Смотри в глаза. Посмотри, а он, ты доволен? Целоваться будет? Такого вы еще нигде не видели. Верблюды, оказывается, любят кока-колу с бутылки прямо. Да? О, теперь можно зубы, да, пересчитать. Он уже пересчитал. Вот приехала еще одна группа туристов. Тоже их сводят пить чай. Сначала нам тут будут предлагать каркаде, кока-колу. Ну, учтите, что эти напитки, они все платные, они входят в стоимость экскурсии. А вот уже обычный чай в таких маленьких стаканчиках, он входит в стоимость. Thank you.
закончилось наше приключение. Катание на квадроциклах. Шлем. Ну вот, закончилось наш экстрим-тур. Накатались мы вдоволь. Катание в среднем заняло, наверное, минут 45. Да, вот такие у нас тоже самые эмоции. Катание заняло минут 45. Как обычно, катание, когда вы катаетесь группой, но проехали мы гораздо больше расстояния, у нас была больше скорость. Поверьте, это того стоит. Это стоит потраченных лишних $15 как бы, за индивидуальный тур. Поэтому, если вы даже первый раз, если вы боитесь, не бойтесь. Берите индивидуальный, и будете вы просто счастливы. И получите от этого массу удовольствия, особенно когда ездишь по пустыне, ну, втроем, это десятером. Огромное спасибо нашему гиду Али. Значит, еще раз напомню, что экскурсию мы брали на сайте charm-excursions.ru. Ссылочка в описании. Спасибо, Али. Спасибо. Ну, а мы отправляемся в отель и будем собираться уже домой, на Украину. Наконец-то домой. А на этом наше видео уже подходит к концу. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Комментируйте. До скорых видео. Пока-пока. Пока.